Всем привет! Ведьмочка Мария с вами. Хотела спросить, как часто вас обижают враги? И получают ли они свое возмездие? Сегодня мы узнаем, что ждет ваших врагов в ближайшее время. Карты говорят, что их ждет бабах по голове. Острые слова, конфликты, ссоры. Возможно, даже операции, хирургическое вмешательство, наказание за содеянное. Также они получат по финансам, возможно, потеря жилья, автомобиля, драгоценности, кражи. В общем, по полной они за все расплатятся. Не переживайте. И третья карта говорит о том, что, возможно, даже у кого-то ждет летальный исход. К сожалению, но это да. Или же временная кома. Или же серьезная болезнь, которая не разрешит подняться на ножки. Так что радуйтесь. Все будут наказаны и получат за свои поступки. Всем пока, удачи и хорошего дня.